Всем привет, с вами Комаров Виталий. Китайцы у нас летать прям таки начали, что из Москвы заказывают, что из Китая. Летит довольно-таки быстро, не знаю, очень быстро. Объединили они мне несколько посылок в одну. Я даже не знаю половину, что здесь и как. Так что сейчас узнаем, что здесь. Сразу 4 посылки в одну объединили, во как шустро. Так, ну начнем, к примеру, с этой. Что же у нас такое пришло тут? Блин, ни ножика не взял, ничего не взял. Поняла. Зачем пакет раскрывать? Так вот. О! Это бананы. Да, ну это вот блоки питания, когда делаешь, или там кто-то в звуковую. Эту ставят. Ну. Пока не знаю как. Все это шаволится. Это должно как-то разбираться. Не знаю как. Потом узнаем. Ссылочку оставим. На все товары будет ссылочка указана в описании. Как снять эту резинку, хрен нужны. Вот так вот. Так. Бананы. Еще к ней должны идти гнезда. Так, это что у нас такое? Вот чертилка моя, да, мы сейчас в мастерской моей, да. Во. Это как раз та хрень, в которой стыкается вот эта хрень. Во. Это вот такая вот хрень. Распечатываем хрень. Смотрим. Хрень хренью, да. Она прикручивается. Ну, это через изолятор надо. Сейчас как же банан не померить? Надо банан померить. Банан, 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 банан. Берем. Ну, входит, выходит довольно-таки плотненько, туго. То есть само не вываливается. Так. Нормально. Вошло, вышло. Вошло, вышло. Кто видел Винни-Пуху? А? С горшочком. Входит, выходит, входит, выходит. Вот она входит и выходит нормально. Ну, во всяком случае, пока. А там посмотрим. Так, сейчас у нас еще две распаковки, напоминаю, ссылки все будут в описании на эту хрень. Так, а что у нас за хрень? Тут чего-то много. Это, наверное, кнопки. То есть не кнопки, включатели, выключатели. Должны быть. Еще раз. О. Так. Это. О, включатели, выключатели. Вот. 5 штук. Ну, вроде они, как говорят, что они нормальные. Выкл делает. Про-про. У меня на станке такие стоят. Вот эти вот. Именно такие стоят. В них лампочка должна гореть. Ну, еще такое. Я уже покупал в Алиэкспрессе такие. Работает вроде ничего. Еще должно быть, как говорится, 16 ампер. Так, а это что у нас? А это у нас штекера. Штекеры. Type-C должны быть, потому что мелкие такие. И сейчас я такую штучку тут про них расскажу. Надеюсь, мне пришли те, которые надо. Да, во. Их пришло до хрена штук. Я взял на этот раз подешевшие. Посмотрим, что из них. Такой тут можно сварганить. Все это рассыпано. Первый раз мне приходило все по отдельности. То есть в одной плате. И вот, если сейчас видно, вот здесь вот стоят все резисторы и один конденсатор. Вот если хотя бы одного резистора нет, то вот этот штекер, он уже так работать не будет. Посмотрим, как будет работать вот этот. Ну, сущности, которые я покупал, по-моему, 72 рубля, 2 штуки. А есть что-то, ну, короче, ссылочка будет в описании, они что-то прям совсем дешево. И мне же прям самому интересно. И здесь сразу 10 штук. Как они будут работать, ну, это уже покажут эксперименты. Ну вот такой хлам я заказал. Вот такой хлам у меня остался. Никаких подарков. Какой кошмар, какой ужас. Ничего мне не дали на халяву. Никакой халявы. Там у меня впереди еще одна распаковочка.
придут два прибора. Ну, довольно-таки такие оригинальные. Мне было бы интересно с вами их обсудить. Они должны скоро. Ну, я не знаю, как китайцы быстро шлют. Это вот, ну, елки-палки. Заказал я их где-то в середине месяца. То ли 10-го, то ли еще какого, не помню. Ну, вот уже пришли. Довольно-таки быстро. Я бы сказал, что недели две, что ли, наверное, может даже меньше. Все, они успели это объединить. Вот это заказывалось вперед, это заказывалось позже, это еще позже заказывалось, а это еще позже заказывалось. Как они это все слепили в одно, не знаю. Все, покедово. Подписывайтесь на канал, ставьте мне лайки, делайте мне просмотры, присмотры. Подписывайтесь обязательно. Два раза подписывайтесь, три раза подписывайтесь, много раз подписывайтесь. Ну все, пока.